А пока вы голосуете, подробнее коснемся основных тем этого вторника. Сегодня стало известно, что Рособорнадзор приостановил государственную аккредитацию двух филиалов вузов, которые работают в Иркутске и Ангарске. Речь идет о Московском государственном техническом университете гражданской авиации и Сибирской академии права и экономики и управления. Такое решение принято по результатам проверки. Вузам выданы предписания об устранении нарушений. Приостановление госаккредитации означает, что вуз не может выдавать дипломы государственного образца и гарантировать студентам отсрочку от службы в армии. Но вести образовательную деятельность и набирать студентов не запрещено. В самих филиалах нам пояснили, нарекание комиссии вызвало не качество преподавания знаний, а оформление различной документации. Недостатки уже устраняются, а учебный процесс в вузах продолжается. И поскольку осенний призыв закончен, проблем с военкоматами у студентов не возникнет. В учебных заведениях рассчитывают вновь получить госаккредитацию в январе.